Изделие РДС-3 в соответствии с планом испытаний подрывалось не на башне, а в воздухе при сбрасывании с самолета. На опытном поле оборудован прицельный круг радиусом 400 метров, хорошо видимый с воздуха. Центр круга смещен от места предыдущего взрыва на 2,5 километра. Взрыв произошел на высоте 380 метров. Яркий отблеск взрыва видели в 170 километрах. Там же был слышен длительный раскатистый грохот взрыва. Снято с дистанции 7,5 километров из приборной башни юго-восточного радиуса.